Всем привет, с вами канал Влог Статы ТВ. И сегодня у меня будет, планировалась третья, но... По сути, это вторая теперь уж. Серия по Майнкрафту «Индустриальные приключения». Вы, наверное, спросите, почему... Удалил я то видео. Но его удалил не я, это сделал мой брат. Он вошел в мой аккаунт, короче, там. Ну, потому что он знал пароль от него. И удалил то видео. Из-за того... Вот это я дебил, конечно. Из-за того, что он там болтал, короче, мешал мне снимать видео, он теперь... Ну, вы теперь поняли, для чего он болтает постоянно в моих видео. Ну, мешает их мне записывать. Так. Давайте я вам вкратце объясню, что произошло в прошлой серии. Ну, в прошлой серии я нашел вот такую вот пещерку, оборудовал ее немного. Так, ну, почти что умер, накопал вот этого апатитовых блоков. Вернее, апатита. Пшеницу добыл. Чуть не умер. Поэтому я вот здесь. Выращиваю пшеничку. Так, может быть, я что-то могу сделать из еды пока что. Но, видимо, нет. Так, чем бы за... А, точно, я же могу пока что руду понакопать. Да, да, я могу. Кто мне это запрещает? Только надо делать тихо и аккуратно, и в настройках так управления. Господи Иисусе. А, вот автопрыжок нет. Все, теперь я автоматически прыгать не буду. Так, факел давайте здесь поставим, чтобы всякие мобы не спавнились. Так, 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 так. Сегодня. Будет такое, типа, приготовление. Бункер, короче, я постараюсь сегодня сделать. Если мне опять... Никто не испортит видео. Главное, что я сейчас старикашка или... Так, короче, опасно. Я хочу обратно домой. В мой псевдодомик. Извиняюсь за то, что сейчас, наверное, было такое... Ну, вы поняли. Да. Чем бы заняться? В принципе, что у меня на переплавке? Черт. Черный кварц можно скушать? Нет, нельзя. Ночь. Так, у меня нету, да, костей. Что же делать? Ждать. Так. Записывает. Так, я, кажется, понял, где... А, нет, не понял. Это разве не справочник? Черт. Ну ладно. Что же делать? Так, я не знаю, что сделать. Что такое the on probe read me? Попробуй прочитать, типа, меня. No need. Так. Ты видишь, Чанги? Oh my gosh. This mod can show a tooltip on screen. Ой, господи, я не силен на английском, я это вам уже говорил. Так, ой, господи, нет, не, паук, он где-то рядом. Когда уже эта ночь закончится? А, надо 24 вроде бы будет, и в час уже, когда там, ну, если вы видите, там, над картой время 15:15, ну, 17 уже, 15 минут. По типу часов, наверное, и 22 секунды, и night, ночь. Так,
Нет, стоп. Не-н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 е. Подохнуть я не хочу. Ай. Слава богу. Так. Пшеница. Угу. Я даже не знаю, что говорить. Блин. Ладно, пока будем копать. Копать. Как это весело. Потом половинку блоков мы потратим на то, чтобы выбраться из пещеры. Никогда не повторяйте за мной. Черт. Блин. Я забыл факела. Алочки. Темная свеча, она нифига не работает. Ну что это такое? Так, уголь. Понятно. Угля нет тоже. Но его можно добыть. Опа. Так. Я остановился вот здесь. Поставим факел сюда. И давайте я немножко прибавлю яркость. То как-то не особо видно. Господи, я же мог умереть. Слишком долго. Ускорять не буду. Не знаю почему. Так, у нас есть диорит. Вот, открыть справочник. А где он? Я не знаю, где справочник. Может, он в верстаке появляется. Черт. Тла на исходе, известняк, что это? А, блин. Камень, медная руда. Меди много. Очень много. Блин, поскорее бы уже ночь прошла. Во сне у меня примерно такие же мысли. Так. Осьмевая руда. Мне показалось это алмазом. Кому так же, ставьте лайк. И даже если вам тоже не показалось, тоже ставьте лайк. Да. Вот. Угу. А, все утро. Ура. Опа. Опять медная. Ну это не совсем медная руда. У меня логика супер. Так, ну, хоть что-то мы добыли. Возвращаемся. Блин. До факела дойдем. И будет. Все хорошо. Вернее, нам надо будет. А, все, я да. Ай, я. А, как раз зайду в деревню и давай немного одолжу у них еды. Ну чё, ну никто же не запрещает, да. А чё ты не бежишь? О, господи, даже я бегу быстрее. Вон там она вроде бы. Не понял.
Извиняюсь. Так. Черт. Не понял. Где деревня? А, что это там? Это что ли? В которой что-то с природой связано, вот это вот. Сердце природы или что-то там такое. Это что ли штучка? Тропическое дерево. И тропическая листва. А, блин. Это не будет лишним. О, ядро при... А, это ядро природы. Не... Ух ты, смотрите. Меня здесь не было. Убегаем. А вдруг сейчас проклятие там молния херакнет. В меня. Поэтому надо бежать быстрее. Кстати, что там у нас на карте-то? А, так вот вообще эта деревня где? А я где? Стоп. Где ее? Не помню. Так. Так. А, где я? Ну, где я? Стоп. А, я такой синенький. Ребят. А, вот я. Черт, а если я вон туда? Не туда. Там. Туда. Вон вообще в другой стороне находится деревня. Я дождусь ночи и... Ну, я сейчас приду в деревню. Дождусь ночи и по-бырому уже от них сбегу. Еще нужно очень много песка для того, чтобы делать стекло. Ну, еще для каких-нибудь крафтов. И что я хотела из стекла еще сделать? О, вернее, строя. А, вот, тростник выращивать, точно. Вспомнил. Ай, зачесалась рука. Сегодня будем так. Кактусы тоже немного соберем, потому что... Ну, вдруг в Industrial Craft кактусы понадобятся. Ну, кто же знает. Ага. Что это за... А, точно, я же смотрел. Это что-то там еще кофеварка стоит, да? Да. Райс. Так. Лампочка, да, у них кофеварка. Ок. Что это такое? Непонятно. Так, опа. Забор до сих пор стоит. Что это такое? Какая-то фигня. Крошечный факел. Вот это вот тоже надо убрать. Так, уходим. Убегаем. О, давайте к пчелкам. Там как раз жители, наверное, ВОЗ обновили. О, да. Трутней, правда, нету, ну ладно. Можно, в принципе, сейчас к этому барге. А, вот трутень как раз. Мне вот стало интересно пчелок, типа, выращивать, что ли. А, книги, источник знаний. Нужны книги. Как же я буду это делать? Стол очарований. Так, ну, в принципе, можно здесь, наверное, даже... ой, на английском, да.
Хотел дерьма немного не так написать, но ну исправился. Так. Наковальня или как она? А, кузница, вспомнил. И еще я вспомнил, зачем приходил. Ну, вы же не будут. Они не будут против. Мы с ними договоримся. Ну, если вы поняли, о чем я. Ну, в смысле, не то, что там, типа, разбираться, в смысле, я там, типа, сожгу им деревню, там, поломаю все. Нет, просто поторговаться. Да. Так. О, тю-тю! Village Shady Merchant здесь написано просто было. Угу. А я в принципе могу кипящий сотый у него купить. И это тоже могу. Давайте у него купим по всего немножко. 11 морквы надо, 11. Морква идет сюда. Все, мистер. Мистер! Куда он ушел? Это не он? Блин, это такой. А, это картограф. Блин, пчеловод мне нужен. Да, пчеловод. Что это? А, вот ты. Что это? Дымарь. Пасек. Что? Да я сам пасеку сделаю. Трутень. Так, ладно. Это мы купили, это мы тоже. А нет, мы как раз таки не купили. Давайте вот это выкупим. Все, пока. Приятно было поторговаться. Ну еще немножечко я возьму вообще здесь, потому что кушать надо, потому что. А точно откормить же Стива нельзя. Я бы откормил. У меня бы вышла отличная бабушка. Так. А это не я случайно его здесь оставлял? Ну, картофель. Или это жители настолько умными стали, что в печку научились, ну, типа, жарить. Ну, картофель же жарит, да? По идее. Ну, Гаси, что это такое? Гуава. Что это такое? Ну-ка, ладно, не скушайте. Так, там ламы, я туда не хочу. Надо уже... Я передумал, я не буду ждать до ночи. Хотя... Нет, я не буду ждать до ночи, я просто сейчас заберу везде тростник. Вот так вот сделаю немножечко, потому что... Ну и пойду уже в себя в дом. Ну что это? Дуриан. О, я его пробовал. Поначалу не нравилось. А, это типа недорос. А, тут тоже недорос. А, недорос. Дуриан. Я одним кусочком дуриана уже наедался. Экзотическим таким. Ну вы поняли. Это типа дыня, не на вкус, на вкус, но вообще как-то, ну, по-моему, мне не похоже на дыню. Или похоже, я не помню. Я ёшка-кошка. Давайте пока что не будем связываться с такими дядьками. Что? Почему так жарим? Не понял. Картофель решил меня... Мануть уже день, уже не утро, уже день, надо быстрее собирать тростник и сматываться. Потому что сейчас старикашки везде наспавнятся. Очень злые старикашки. Так, давайте соберем вот этот кактус. Черт, я путь не назначил в программе. Ой, блин, да ладно.
Царян Царянский. Так будет каждые 10 минут. Эту серию я хочу сделать максимально такой вот. Ну, максимально. Максимально. Ну да. Так. Ой, не люблю я переплывать. Ну, что поделать. Хоум, блин. Вещички-то, наверное, там... А, точно, они же во мне. Забыл. Плохая погодка сегодня. Пасмурно. Плохой день сегодня был. Из-за видео. Испорченного. Я не буду пропагандировать наркотики, алкоголь, табачные изделия, продукцию, все вот это вот. Давай быстрее. Всего лишь 100 метров осталось. Ну, 110. 182. 81. Все меньше и меньше. Чем меньше расстояние, тем больше крипаков. Ну, вернее, криперов. И всяких других бякак. Это неплохо, я так в деревеньку-то сходил. В деревеньку. Хм. Двусмысленно звучит. Что семена... А, блин, я забыл, что записываю. Что за семена, блин? Промышленный канал. Стоило мне заикнуться о наркоте, Господи Иисусе. Прости меня, Господь, если он существует. Стоило мне упомянуть об этом. Сразу же Майнкрафт мне намекнул. Лучше пропагандировать. А, нифига. Я просто посмотрю, что это такое, и все. Я не буду это в реальной жизни. Ну, диски летают, нет, тупой. Вон, давай. Уйди. Да ты... Уйди. Давай, уйди. Да ты что такое? Я его уже замочил. А как он смотрит на меня? Ох, зашел. Мне заново придется забираться. Черт. А, ну, в принципе, я нашел не такой уж и сложный путь. Черт. Я дома. Жена, я раненый. Не бойся. Я не помру. Хотя кто за мое здоровье будет бояться? Так, где там пасека? Я ее, кажется, делал. Я же ее делал в прошлой серии. Я помню, что я ее в прошлой серии делал. Не надо мне, пожалуйста, здесь. Не надо мне здесь. Трутенькость ты. Сундук. Так. Сегодня смотрел фильм «Стан Хельсинг». Такое извращение вообще. Не советую вообще маленьким детям смотреть. Особенно в начале, там, когда черные люди. Если что, я никого не хотел обидеть.
смотрели, типа, «Ведьма из Блэр», или как-то там фильм называется по-другому. Они, короче, там... Ну, не стоит, короче. Ну, там в конце было «Беги, кто кое-кто, беги». Ну, я не буду уж договаривать, сами догадайтесь. Я не наркоман. Что это такое? Тесто? Пока... Эй. Что? Не понял. Так. Так. Не понял. Почему я не могу сделать из теста, что ли? А что из него можно сделать? Шоколадный торт. Опа. А нож как сделать? Нож. Лезвие ножа. Блин, надо железо, железка на исходе. Не, ну дерево нет проблем. Дефицита нету, с железом, но вот. О, вернее, с деревом. А вот это. О, CF, черт. Ну как оно вот это вот, вот это вот, как перелистнуть? На первую страницу я хочу. Drills. А нет, я ошибся. Drills. Кай в жопу, короче. Пусть будет здесь. Так. Знаете что? А попробуем-ка мы сделать пасеку. Как она там делается? Я помню, что она так делалась из сундука вроде бы. Так, сейчас. Топор. Ай, блин. Я не хочу туда спускаться. Это долго. Ладно. Я умру там же. Я дурак. Я специально не буду. Ну да. Специально не буду перематывать и ускорять. Сколько же ты старикашек, страшно. Жители. Ай, блин. Жители. Ну, христиане, вы-то должны мне помочь хотя бы. Фига себе, они быстрые. Не понял. Ох, ведьма. Не хочу с тобой связываться вообще. Шлакай бы ты лучше в свою ведьмину печь. Ай! Убьют! Ай, сейчас запись еще грязная. Ну ладно, уже утро наступает. Нет! Все на дно. Нет! Идите. Они же еще на дно могут. Какие они умные, слушайте. Почему бы им учителями не устроиться? Чего они за мной тут бегают? За пенсией. А как хочется. Так, давайте бегим. Они что, уже доплыли?
Оба! Да, я же сказал, что это будет происходить каждые 10, повторюсь, 10 минут. Десятого. Блин, давайте, нам нужно доплыть до вот этого вот берега. Берег, да. А, я же могу здесь, в принципе, зайти. Ну, если еще смогу. Так. Так. А, так. Блин, вот где пасека находилась-то. Обидно. Черт. Откройте дверь, которую я за... Ну нахрен. Так. Все мои вещи там же. А мои те вещи, они... Я на... Так, стоп. Давайте покушаем картофель. Так, стоп, иди костей сюда. И дайте мне морковь. Думай. Локс, думай. Кстати, я знаю, что у меня не в локс, а в локс. Да. Это я специально так сделал, если что. Так красивее почему-то. Не знаю почему. О, нужно сделать срочно кирку. Не важно, хоть. А, вот как раз таки на камень у меня хватит. А давайте вообще все в палочке проработаем. Возьмем камешек. Быстрее. Так. Сложим вот это. Так. Будем копать. Так. До тех пор, пока не станет безопасно падать. Вот так. Вот. Падаю, блин. Пжа! Точно. Это же не это. Как оно? Забыл, как эта игра называется. Два трупа Стива, они же будут разлагаться, и мухи у меня будут летать. А это же пещера, влага, и быстрее будет тело разлагаться. Она протухнет, мой дом будет вонять, как... Быстрее. Я вас... Это... Ну, чип спасу, наверное. А теперь кто-то меня должен спать. Ой, бы... У меня нету этого. Как его факелов-то? Не традиционным способом, да? Опять я на грани вымирания. Меня даже моджинг не любит. Ночь. Так, стоп, что? Что за... Так. Что с колонками? Я не включал вообще это как будто... интернет на своем телефоне. Чё они так шипят? Ничего же не намагнитилось. Блин. За микрофон, что ли? Вот потому что я вот сейчас микрофон поднес. Что-то перестал. А, все. Ну, я надеюсь, вы услышали. Меня пугает этот звук. А, это дождь. Это дождь пошел в Майнкрафте.
Самый лучший звук года. Так, вот что это за медь такая? Переплавляйся. Опа, медь. А, такая же медь. А нет, смотрите, не такая же. Так, топорик. Дождь, ничего страшного, мне главное еще не помереть. Давайте картошечку запечем. Сколько хватит этого какого-то. Ну да. Так, слишком сухо. А нормально. Температура, полный костюм, чёрная вода будет, вот всех негативных эффектов, чё, Владик. Ну это мой ник пробный. Ну как раз нормально. А нет. Это мы картошечку картофелинку оставим на всякий случай, потому что она восстанавливает целую одну единицу голода. Вот. Вот и все. Теперь давайте в поход отправимся. Нам надо добыть очень много железа. Примерно 30 штук для того, чтобы сделать 30. Блин, меня уже шмалять начинают. Так. Выстрел был произведен. Ай! О, сука! Нет! Я приостановлю запись. Итак. Я дошел до дома своего. Блин, ну как мне... Мне страшно туда идти, потому что, ну, вдруг меня опять убьют. Я не мог предположить, что вот сюда прям падает. В принципе, здесь даже можно лабораторию какую-то построить. Ну, раз вытекает сюда. Блин, что-то чай пить захотелось. Нет, без печенек. Просто чай. И фильм «Стан Хельсинг». Это не реклама. Как напоминаю, немного извращенский фильм. Ну да, вы поняли. Это вот моя радость скоро закончится. Вот это вот эндер жемчуг. Эндерперлы, как Брайан Мапс говорил. Это тоже не реклама канала. Но всем его рекомендую, потому что... Ну, чувак, реально видно, что парится-то. У меня тоже, кстати, проблемы с дикцией. Но я имею в виду с выговариваем... Выговариванием... буквы Р, как тигр. Бич. Надо это дерево добыть. Почему все с буквы Р? Все слова, которые... Вот слова, которые тоже с буквы Р. Что так? Сметана и яблоко. Дерево добыли. Так. Ну что?
Да. Я знаю. Так. Мы что-то там отправили, короче, жалобу, но она чуть не дошла почему-то. Не, я вам честно. Не, я вот прям вот клянусь. Правую руку на сердце или... короче, обе руки на сердце говорю. Кладу и говорю вам. Я реально отправил новую жалобу. Мы с разрешения пришлось. Ну, в общем, отправил. Не дошло почему-то. Советую сделать громкость пониже, потому что сейчас будет громко. Понизили громкость, да? А, ну вы же не слышите. Сейчас. Вообще уберите звук вообще. Уберите звук вообще. Сейчас будет громко. Все. Можете включать звук. Так. Надо расширять нашу пещерку. Да, надо очень расширять ее, потому что... Ну, потому что... Так. У меня есть медь. Я могу сделать, в принципе, броню. Да, я могу сделать броню. Могу себе это позволить. Ну, какие-то части. Так, и... О, кстати, я такой вульгарный прям. А еще вот так вот. Шлемик сделать. А если вот так? О, чураль. Ух ты. Опа, смотрите, какой гламурный. Ой, не туда. Ой. О, какие лаги и баги, прям вообще. Вот поди, Стив. Блин. Так. Что это было? Так. Что? Хава. Я не сказал. Ох ты, смотрите. Что это? Это синий кристалл кластер. Кластер. Что это такое? О, господи! Посмотри мне там, баучок. Я и моральную штучку могу. Ой, извиняюсь. Нанести. Моральный ущерб, короче. Ай! Не подходи ко мне! Как мне теперь выбраться? Джек, я умру. О, а может быть и нет. Но кто его знает? Это мы узнаем в следующей серии. Ну, сейчас. Невежливо прощаться не в доме. Как долго? Да ладно, у меня лопата есть. Чё я парюсь? Ова. Канола. Семена канола.
Надеюсь, это не наркотики. Так. Давайте сложим все в сундучки. И начнем прощаться. На этой серии подходит к концу. Если вы хотите больше серий, тогда ставим свой королевский лайк и подписываемся на мой канал. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Влокс. Флокс. Или ВФИ. Короче, влог. Влокс. Всем удачи и всем пока. Короче, всем пока.